Наш корабль потерпел крушение. Выживших двое. Сынок, это не тренировка. Мы на планете, которой присвоен высший уровень опасности. Наша жизнь здесь под угрозой. На этой планете буквально все может убить тебя. Каждое наше решение — вопрос жизни и смерти. Но если мы выживем, помни одно. Не надо бояться. Страх — лишь продукт твоих собственных мыслей. Пойми меня правильно. Опасность весьма реальна. А страх — это выбор. Ты знаешь, где мы? Нет, сэр. Это Земля.